Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала! В предыдущих роликах мы делали с вами красивые снежинки. Их вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Сегодня мы с вами будем делать новогоднюю открытку для Деда Мороза. Ну а перед началом просмотра обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Нам понадобится картон светлых оттенков, я взяла желтый, белый лист, ножницы, красная бумага двухсторонняя, клей, карандаш, линейка и два фломастера красный-черный. Я взяла еще вот крышку от консервных банок, чтобы не мучиться сделать сразу круг. Приступим. На обратной стороне картона мы нарисуем круг. Теперь его вырежем. Вот мы с вами вырезали, картон нам больше не потребуется. Теперь мы возьмем красную бумагу, чтобы сделать колпак. У меня вот такой кусочек небольшой, можно отмерить. Здесь у нас 7,5, и если так смотреть, то примерно 10 сантиметров. Нам нужно визуально разделить его как бы на треугольник. Можно пометить середину, примерно 4,5. Делаем треугольник. Теперь мы его вырежем. Треугольник должен быть удлиненный, чтобы в конце нам хвостик загнуть. Вот этот. Теперь мы отметим стороны, чтобы вот эту сторону намазать клеем. Вот здесь вот. Берем клей и мажем. И приклеиваем наш треугольник вот таким образом. И сразу можно загнуть вот так вот наискосок, чтобы как бы шапочка была. Теперь мы возьмем лист белой бумаги, возьмем нашу же крышку и сделаем также круг, но отступим от края, чтобы при сгибе нашего круга было место. Вот мы нарисовали. Примерно делим визуально его пополам. Можно отрезать, чтобы осталось место вокруг круга. Теперь складываем круг. Это у нас будет борода. Мы рисуем вот так, в виде ромашки. В
теперь нам это нужно вырезать. Ну вот, мы с вами вырезали. Теперь мы перевернем вот так вот, чтобы не было видно карандаша. Приложим нашим еще пока к нашей заготовке. Опять же сделаем вот так вот надсечки карандашом. Я соединила сразу, чтобы мне потом было легче мазать тот участок клеем. Теперь мы мажем клеем. Берем бороду и приклеиваем. Получилось вот так. Вот у нас осталась бумага белая, она подойдет. Мы прикладываем примерно по сантиметру. Мы делаем полоску 8 сантиметров. Отрежем. Нам нужно приклеить ее вот сюда. Берем клей, мажем полоску. Также из остатков этой бумаги мы сделаем вот сюда помпончик. Обрежем ненужное. Я делаю двухсторонний. Сворачиваю пополам. Помпончик вы можете сделать любого размера. Рисуем маленький кружок и вырезаем. Вот у меня получилось два кружочка. Один кружочек я теперь беру и мажу клеем полностью. Приклею его вот сюда. И второй снизу. Так как у нас там уже намазано, он приклеится. Будет вот так. Теперь нам нужно нарисовать глазки. Можно нарисовать, можно приклеить. Если у вас есть готовые глазки, можете приклеить. Я нарисую. Сначала карандашом сделаю эскиз, потом фломастером. Теперь из остатков нашей красной бумаги мы можем сделать ему сюда носик. Также нарисуем небольшой кружочек и вырежем его. Вместо бумаги вы можете приклеить бусинку.
приклеиваем посередине. Ну и красным фломастером мы нарисуем рот. Вот и все. Ну а само желание вы можете написать вот здесь, вот, открыв вот так бороду. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих роликах. Ну все, до новых встреч!